Маляры, дорожные рабочие, укладчики резинового покрытия, уборщики. Сейчас на стадионе «Авангард» трудятся десятки человек. Каждый занят своим делом. Стадион преображается прямо на глазах. Сейчас работа вступила в самую такую пиковую стадию. Вот на сегодняшний момент здесь работает более 20 единиц тяжелой техники, десятки специалистов. Поэтому по всем направлениям ведется работа. От каких-то работ по озеленению, по восстановлению дорожек, по их строительству новому, по обрезиниванию, трибуны, все, входная группа и функциональные вещи, декоративные вещи. Поэтому сейчас мы, в общем-то, уже понимаем, что все, что мы запланировали, будет выполнено. От старого «Авангарда» останется только название. Здесь появится не только самое современное спортивное оборудование, прорезиненные дорожки для бега и трибуны. На арене проводятся земляные работы, которые частично изменят ландшафт «Авангарда». Внимание уделяется буквально каждому квадратному метру. При этом строители учитывают мнение спортсменов. Практически в ежедневном режиме здесь вносятся небольшие корректировки. Советуемся с спортивной общественностью, спорткомитетом, и они нам подсказывают такие вот практически полезные вещи, которые в дальнейшем будут необходимы для тех, кто занимается здесь спортом. Поэтому прислушиваемся ко всем их замечаниям в процессе работы. И более того, хотел бы, чтобы и жители поселка также активно принимали участие в этом и подсказывали на мой сайт все предложения, которые им приходят на ум. И вот пока это еще можно учесть и внести в практическое воплощение. На реализацию проекта изначально были отведены конкретные сроки, за выполнением которых глава округа Евгений Рычков следит лично. Как и обещал, мы их делаем очень сжатыми, короткими. При этом мы не гонимся за одним, там, двумя или тремя днями. Если качество требует сделать чуть дольше, мы на это идем. Но в любом случае, то, что мы запланировали, мы выполняем. И буквально через 2-3 недели здесь уже будет абсолютно новый стадион. И я думаю, что мы в торжественной обстановке с жителем поселка его откроем. В прошлом году в микрорайоне Вербовский администрация округа открыла кинотеатр в отреставрированном Доме культуры. В этом у вербовчан появится современный стадион. Некогда несправедливо забытый микрорайон может считаться самым культурным и благоустроенным. Ольга Килюшна, Александр Симонов, Новости Мурома.